Итак, поехали дальше. Следующий пакетик маленький. И здесь должен быть прибамбас, который я уже раньше заказывал, но здесь он должен быть по другому протоколу работать, по ZigBee. Вот, друзья, такая вот карабулька. Как видите, можно здесь подключить к приложению. Вот, бренд, все дела, Made in China, да, ZigBee. Вот, это внутри вот такая трелюшка, которую вы вставляете в подрозетник или в свой выключатель обычный, да? И ваш выключатель, или ваша обычная розетка становится умной. То есть вы можете ей управлять с помощью приложения со смартфона с любой точки земного шара. Вот, тут есть даже инструкция, вот, как тут все подключить. Но в предыдущем видосе была у меня такого же плана по Wi-Fi, она работала. Это же работает по протоколу ZigBee. Что это такое? Если вкратце, это есть ZigBee, есть Bluetooth, есть там Wi-Fi и так дальше. Но по ZigBee работать намного шустрее. Ну, короче, в отдельном видосе, если интересно, пишите, все вам покажу, как оно работает. Не знаю, влазит в розетку или нет этот подрозетник, этот стакан. Ну, короче, будем все смотреть. Ну, вот такая вот релюшка, опять же, за $2.